На выставке «Форуме России» посетители смогут выиграть тур по стоп-овер-программе «Путешествие на полярный круг» или индивидуальную поездку в регион на 2 дня. Для участия надо ответить на вопросы об округе в онлайн-викторине. Розыгрыш стартует 4 ноября. Среди участников выберут 20 победителей. Их имена объявят в группе во ВКонтакте «Туризм на Ямале». На самой выставке будут работать интерактивные панели, где каждый сможет познакомиться с природными достопримечательностями округа и популярными туристическими маршрутами, предложить свои идеи по развитию Ямала. Выставка «Форум Россия» пройдет с 4 ноября по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Ее участниками станут субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны. На выставке представят достижения, набравшие наибольшее число голосов на сайте достижения.рф. Ямал на голосование выдвинул 13 достижений, за которые уже проголосовали более 6 тысяч человек.